Возможно, здесь, на Луне, в 2035 году построят завод по производству водородного топлива. Так заявляет Япония. Проект позволит снизить затраты на транспортировку топлива с Земли. Вот так агентство представляет базу на Луне. Хотя жидкой воды на ее поверхности нет, получать водород, кислород и питьевую воду можно из залежей льда, которые, предположительно, находятся в Южном полюсе спутника. Пока никому 100% не доказано и никем не обнаружено, что там вообще есть ресурсы для производства этого водородного топлива. Считается, что на полюсах Луны может быть наносной лед. Вначале товарищам японцам надо доказать 100%, что на Луне этот лед имеется и в каком количестве. Заправляться топливом будут луноход и корабль, который будет доставлять астронавтов на поверхность Луны и забирать их обратно на орбиту. В то, что там будет завод, не верю. Дай бог, что там будут какие-то, может быть, такие вот роботизированные базы на Луне. Очень этого жду и надеюсь, что это произойдет. Но для этого вначале все-таки нужно опять возобновить на Луну полеты станций, которые будут осуществлять посадку, исследования на поверхности Луны. Это очень длительный и очень дорогостоящий проект. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.